Радость для сборной Нигерии и большое разочарование для болельщиков из Исландии. Встреча двух команд в пятницу во втором туре группового этапа завершилась со счетом 2-0 в пользу нигерийцев. Быстрые атаки, уверенная игра в обороне. Сборная Нигерии была явно сильнее соперника. И это при том, что до этого Исландия ни разу не проигрывала в групповых этапах крупных турниров, как Евро и Чемпионат мира. После игры Нигерия вышла на второе место в группе D и имеет неплохие шансы обыграть Аргентину в заключительном матче группового тура 26 июня в Санкт-Петербурге.